Всем привет! С вами Светлана. И сегодня я хочу поделиться рецептом приготовления лечо из перца. Очень много существует рецептов сейчас. Добавление морковки, уксуса, лука, всяких перчиков, лавруши. Но у меня рецептик очень старый, потому что такой рецепт делала моя мама. На эту заготовочку нужен перец 4 килограмма, томатный сок из помидоров 1 литр, 1 стакан сахара, 1 стакан подсолнечного масла и 2 столовые ложки соли. Все овощи нужно хорошо помыть, почистить. Помидорки намолоть любым способом для вас, или блендером, или мясорубкой, на сок. Перец порезать, как вам удобно, или колечками, или кубиками. Теперь все эти ингредиенты нужно смешать в одной посуде. Выливаем сок. Высыпаем туда сахар, подсолнечное масло, соль. Все это размешаем. Перчик. Перемешиваю и ставлю варить. Теперь все это должно закипеть. Пока оно закипает, нужно его обязательно помешивать. Закипевшее лечо варим 5 минут. Время кипения прошло. Выключаю газ. И горячим сразу же закрываю в стерилизованные баночки. Баночки переворачиваю, на крышечку ставлю, укутываем тепленько, оставляем до полного остывания. Баночки с лечо готовы для хранения в прохладном месте. Всем приятного аппетита зимой, ощущения вкуса лета. Всем пока, до новых встреч на моем канале.